История государственного пожарного надзора МЧС России началась 18 июля далекого 1927 года. Именно с этого времени стали проводить мероприятия по профилактике пожаров, в том числе осуществлять надзор пожарной безопасности во всех коммунальных, ведомственных и общественных организациях. В настоящее время в этот комплекс мер входят и экскурсии для детей в пожарной части. В одну из них, в Видном, сегодня отправились воспитанники летнего лагеря «Улыбка». В плане экскурсии, естественно, рассказать детям о самом государственном пожарном надзоре, его задачах, для чего сотрудники и инспектора надзора работают, что такое профилактика, как действовать при пожаре. Также детям рассказали, какими техническими средствами оборудована пожарная машина, и даже наглядно показали, как тушить пламя с помощью огнетушителя. Для этого инсценировали возгорание на специально оборудованном месте. Такие экскурсии сотрудники 28-й пожарной части проводят регулярно. Наша задача как бы привлечь молодежь в нашу профессию, потому что профессия спасателя, профессия инспектора государственного пожарного надзора, она служит людям, служит спасению, служит сохранению жизни и имущества наших граждан. Ребята получили массу полезной для себя информации, остались довольны от этого познавательно-развлекательного путешествия. Нас познакомили с приборами, которые есть в пожарной машине, как она обустроена внутри, как тушат пожары все эти. Мне кажется, что она крутая тем, что в ней все такое прям геройское, и можно тушить пожар. И тебя будут все за это благодарить. Будет приятно. В конце мероприятия детям раздали памятные листовки о правилах пожарной безопасности. Юлия Стаферова, Евгений Бех, Максим Константинов. Видное ТВ.